мы готовы предложить вам альтернативу нашей алкогольной дегустации. У нас есть безалкогольный сидр. Он рожден на спору с тещей. Почему? Потому что детям алкоголь нельзя. Я понимаю, что попадаются разные семьи, но в основном нельзя. И мы придумали наш безалкогольный сидр. Там 80% свежевыжатого яблочного сока и условно 20% того сидра, который вы пробовали из бочек. Объединив эти два продукта, градусность получается меньше, чем у кваса, считается безалкогольным продуктом, подвергается пастеризации, рекомендован для употребления для детей, в качестве альтернативы химозным лимонадам. Эта линейка так и называется, 5, в переводе маленький, там 4 продукта, сейчас на линейке 3. Первое это с добавлением сока розового грейпфрута, второе с добавлением лесных ягод, здесь малина, брусника и немножко черники. А есть у нас еще без всяких добавок, его мы еще рекомендуем использовать в кулинарии. Им хорошо влить в утку или гуся, дать немножко постоять, духовку. Термическая обработка не бывает насыщенную яблочную ароматику, то получается насыщенный яблочный вкус. Но отсутствующий у нас такой еще со стринкой, это с имбирем. И в конце прошлого года у нас начал появляться такой продукт, как шарли. Кто не знает, что это такое? Это не мы придумали, это общеевропейская история. Это, по сути дела, яблочный сок с минералами. Да? То есть это такая вот питкий, освежающий напиток. У нас их 3. Первый это без добавок. Второй это с добавлением сока тайского манго и с лесными ягодами. Пожалуйста, поднимите высоко руки те, кто у нас сегодня на безалкогольной диете. Высоко, чтобы девушки. Я очень слепой девушке, а как вижу, 1, 2, 3, 4, правильно? Я все заметила. Большая просьба к этим нашим гостям. Пожалуйста, не делитесь своим безалкогольным сидром с вашими друзьями, родственниками и коллегами. Вы испортите им дегустацию. Он является наиболее сладким продуктом, вы собьете им вкусовые рецепторы, жадничайте до конца. Короче, лимонад.